не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Так чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу лечу. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок, костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведней она. Спасибо.